Хакасии взбунтовались заключенные в исправительной колонии 35. Мятеж, беспорядки накануне начались. Успокоиться осужденных не могли всю ночь. Только утром сотрудники ФСИН подавили волнение. Преступники разгромили кабинеты, камеры и жилые помещения. В восстании участвовали почти 250 человек. Ну вот результат вы видите. Они рушили все, что попадало под руку. Преступники выламывали двери, портили мебель, выбрасывали тумбочки, переворачивали кровати. Впечатление такое, словно тут не люди были, а смерч, например, какой-то. Ну, в общем, как будто стихия, да, здесь все вот это вот перевернуло. Троих человек задержали, их подозревают в организации бунта. Волнения начались после того, как один из преступников вернулся из карантина. Он подбил своих подельников на вот эту вот акцию неповиновения. Мятежники требовали изменить условия проживания в колонии, ослабить режим отбывания наказания. Сначала силовики вели переговоры с осужденными, но вот их предложение бунтарей не устроили. Тогда сотрудники лагеря приступили к спецоперации. Пострадавших в этой истории нет.